Приветствую вас. Я не знаю, конечно, избаловали вы своего мужчину или нет, потому что это все-таки неизвестно. Вот. Я не знаю, насколько вы, ну, как вы себя вели в отношениях. Не знаю, потому что не могу этого знать, да? То есть тут вот, я надеюсь, вы отдаете себе в этом отчет, вот. В том, что я не могу этого знать. Но без этой информации нельзя дать какие-то рекомендации, как вам поступать. Потому что, понимаете, если вы вели себя, допустим, как-то вот, скажем, негативно, да, в плане того, что, там, например, вы много ему позволяли, как вот мой коллега сказал вам, если вы много делали для него, опять же, как мой коллега сказал, вот. Ну, в таком случае вам нужно определиться для себя, да, каких отношений вы хотите. То есть, понимаете, если вы допускаете для себя возможность быть униженной постоянно, возможность быть в догоняющей позиции, возможность быть жертвой, вот, ну тогда, наверное, действительно, ему стоит, да, стоит писать, действительно, ну, потому что, а что здесь, собственно, еще можно сделать, понимаете? Если вы действительно считаете, что это ваша позиция, понимаете, какая история, вот, объективно, вот. Если вы считаете, что эта позиция не ваша, да, допустим, то есть если вы считаете, что все-таки, ну, вам нужно другое, все-таки, если вы считаете, что, ну, для вас, вы хотите только других отношений каких-то, вот. Ну, тогда вам стоит в первую очередь, опять же, подумать о себе, возможно, не о нем, как вы думаете, а о себе. История, она на самом деле в этом заключается, да? Вот. И тогда, получается, что если вы готовы собой жертвовать, если вы готовы приносить себя в жертву, то поздравляйте его. Ищите повод для того, чтобы его поздравить снова и снова. Тут вам нужно делать. Ну, отдавайте себе отчет, пожалуйста, в том, что мужчина, вероятнее всего, не оценит то, что вы для него делаете, а будет стараться еще больше вас принизить для того, чтобы впоследствии вы доставляли ему меньше хлопот. Вот. Ну, то есть, соответственно, чтобы он мог
больше контролировать, скажем так. Вот. Если вы согласны, по, ну, если вы согласны на данные аспекты, да, если вы согласны, на данный аспект, по данному результату, если вы согласны на данный результат, вот, то вперед, действуйте, вот, знаете, вот и все. То есть, на самом деле, очень много зависит от того, что вы понимаете под, что вы понимаете под словом «любовь». Вот. Очень много зависит от этого. На самом деле. Если для вас любовь – это самопожертвование, да, допустим, то в таком случае действуйте. Если вы считаете, что любовь все-таки это когда два человека идут друг другу навстречу, то нормально стоит пока перестать и, ну, прекратить вести себя так. И начинать вести себя по-другому, более ценностно по отношению к себе. Вот. Очень простая есть история. Вы можете просто представить себе, да, вот, какими ваши отношения будут там лет через 5, если они вот развиваются вот так вот, как, ну, как они сейчас развиваются. Вот и все. И то ли это, что вы хотите? Как вы будете себя чувствовать? Поанализируйте свои чувства. Поанализируйте их. В этом нет ничего плохого. Просто поработайте со своими чувствами. И все. И все. И все. Вот. Поэтому решать как быть лучше вам. Но если вы без этого человека не можете, именно не можете без него, то есть вот, грубо говоря, вам плохо именно, то тут возможны элементы любовной зависимости, с которыми нужно работать. Вот. Которые, в принципе, не позволяют вам выстраивать именно адекватные отношения с человеком. Вот. Адекватные, именно, я имею в виду взаимоуважительные. Вот. Мне показалось, что у вас занижена самооценка. То есть вы склонны себя обвинять, вы склонны себя винить там, ну, в разных вещах. Если я прав, то в первую очередь нужно работать с этим, и уже потом нужно будет что-то делать. Уже потом можно будет что-то менять. Понятно. Только потом. Ни в коем случае не до. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.